В этом году 30 лет со дня утверждения символов Республики Казахстан. В честь знаменательного юбилея в течение года будут организованы мероприятия разного формата. Об этом сообщил руководитель аппарата Кима области Шахмардан Байманов. Утвержден комплексный план празднования 30-летия государственных символов. Намечено проведение около 300 мероприятий разного формата с участием около 2000 человек. Биыл Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерін қабылданғанына 30 жыл. 30 лет государственным символом страны. Главная цель запланированных мероприятий – пропаганда госсимволов, воспитание патриотизма, формирование чувства гордости и уважения к символам независимости.